счастье, что решили покинуть меня. Мистер Альберт, ну вы же все знаете. О чем вы говорите? Какое мне счастье быть одной? Терри, ах, Терри, если бы только можно было повернуть время вспять, я была бы самой счастливой на свете. Но это невозможно, Терри. Мисс Кэндис, к вам посетитель. Я не могу никого принять, Джордж. Я так и подумал и сказал ему, но он сказал, что никуда не уйдет. Он сказал, что никогда не уйдет.